Фонд личных коллекций формируется в городском архиве с 2015 года. За это время архивисты собрали 18 коллекций документов и материалов саровчан, которые так или иначе связаны с историей города. Это одно из приоритетных направлений работы учреждения. За последние два года фонд пополнился документами известных людей, представителей культурной жизни Сарова. Среди них есть материалы краеведа Валентина Степашкина. Могут вызвать интерес документы по истории городской комсомольской организации, в частности, по деятельности оперотряда «Центр», комсомольского оперотряда «Центр», документы по истории Саровского монастыря, его восстановления. Здесь же можно найти воспоминания первых строителей города Сарова, документы о партнерских отношениях с городами-побратимами, материалы о пребывании саровской делегации в Париже, почетные грамоты, фотографии. У Валентина Степашкина также представлены его известные книги «Саров от А до Я» и «Серафим Саровский». Татьяна Левкина много лет возглавляла отдел культуры, была художественным руководителем драмтеатра. Татьяне Ивановне присудили звание заслуженного работника культуры Российской Федерации. В личный фонд архива она передала документы и фотографии по истории учреждений культуры города, программы и афиши праздников, фестивалей и концертов. Документы, которые хранятся у нас в городском архиве, в фонде личных коллекций, мы выдаем в пользование, ну, естественно, в стенах архива, краеведам, людям, которые занимаются какой-то исследовательской работой, ну, кто проявляет интерес к этим документам. Для пополнения фонда личных коллекций саровчане могут передать свои документы, фотографии, письма и другие материалы, которые представляют историческую ценность. После этого все экземпляры проходят отбор. В первую очередь это документы, которые касаются истории нашего города, его становления. Они здесь проходят, конечно, отбор. Мы, ну, обсуждаем, что оставить. Ведь желательно, конечно, чтобы были документы, которые и нашим потомкам будут интересны. Приносить материалы необходимо по адресу улица Гоголя, 22А. Светлана Ернова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.